Всем привет! Мы обратно в дороге, обратно тем же составом, что нам очень нравится. С нами сегодня Дмитрий, Дашулька, в науке вся, и Марина. Едем сегодня... Просто Марина. Да, едем... Дмитрий хитрый. Едем сегодня на новенькие места, где мы никогда не были. Ну, естественно, вам покажем. Поехали с нами. Вот этот фривей, это у нас 680-й, в сторону Сан-Хосе. Так что, если вы по нему еще вот не ездили, вот так вот выглядит. Постоянно ветреный, ветром машину сдувает. Очень ветрено. Здесь пустыня, домов нету. Пустыня. Да, вот уже все выжжено солнцем. Недавно было зелено, а уже выжжено. Природа калифорнийская. Даунтаун Walnut Creek, город Walnut Creek. Оживленно у них здесь. Европейская мода. Здесь у них прикол. Можешь набирать сколько хочешь разных наклеечек. Развешивать своего рода реклама. Все в таком цвете. Бежевом, белом, сереньком. Европейская. Маечки. Ну, в основном, конечно, это для молодежи. Так выглядит Walnut-Creek-овский даунтаун. Оживленные улочки, ресторанчики. Ну, как обычно в любом даунтауне. Но здесь больше людей, мне кажется. Гуляет и молодежи больше. Эти розы так вкусно пахнут, очень вкусно. Такие прям каждый кустик имеет свой запах и цвет. Дмитрий искал и нашел свою музу. Довольный. Видите, как улыбается. Мы гуляем по парку роз. Дмитрий, как тебе? Довольны ты что-то очень. Прохладно. Ветрено. Ветрено, да. Там фонтаны. А так хорошо погулять. Даш, как тебе этот парк? Запашной. Вот я хотела вам заснять.
как моей дочке нравится этот парк. Говорит, так вкусно пахнет. Каждая розочка имеет свой запах. А вот белые розочки. Бело-розовые такие, как зефирки. Очень вкусные. Ну, мы перешли в Фарнао, ресторан наш любимый. И сейчас будем заказывать что-нибудь перекусить. Вот здесь очень красиво, нам понравилось. Такое приятное, приятное место. Сзади цветочки. Живые. Там готовят. Вкусно очень пахнет. Ну, как любое Фарнао. Итальянский, это итальянский ресторан. Да, это итальянский ресторан. И это мы в Walnut Creek до сих пор. С картины какие. Давай я прикол расскажу. У нас сейчас прикол был. Мы пришли сюда, ну, чтобы покушать, говорим. У нас, ну, он спросил, у вас есть резервация? И, короче, пришли, он нам спросил, у вас есть резервация? Мы говорим, нету. А тогда, короче, час надо ждать. Но мы такие, ну, пойдем, может, в другое место. Ну, что нам час ждать, чтобы перекусить? Мы, в принципе, у нас здесь еще есть одно место, которое мы хотели зайти. Мы вышли отсюда. Даша говорит, подожди, я, говорит, на линии сделаю резервацию. Сделала и сказали, что всего лишь 15 минут. И мы пришли сюда, тут же, как мы сделали, еще 15 минут не прошло. Пришли, зашли, говорим, у нас резервация на 6.15. Это было 6 часов, когда они нам отказали. Они сказали, до 7 надо ждать. И мы, короче, говорим, у нас резервация на 6.15. И она тут же берет меню и ведет нас к столу. Даже мы не ждали ни 10, ни 15 минут. Вот это приколы. И я смотрю, у них здесь много свободных мест, но они вот почему-то, наверное, не любят, когда просто приходят. Мы называем это walk-in. А любят, наверное, чтобы резервировали. Так что вам маленький тип, если да, вдруг у вас нет, то зайдите совет на линию. Зайдите, да, тут же на линию, зарезервируйте и скажите, вот у нас есть резервация. И все. Ну, все хорошо. И вот сейчас 6.04, мы уже сидим, хотя у нас резервация на 6.15. Мы уже сидим за столом, уже кое-что заказали. И сейчас придет. Любимый хлебушек свеженький, только из печки. У Даши ригатони, у Димы красная рыбка. Соломон, салмон. Нам принесли десерт, шоколадный тортик, ванильное мороженое и клубничная пинакота. Мы пинакоту. Это советуешь? Да, попробую Дашина мороженое немножко. Мороженое будет. Я так понял, здесь все вкусно. И попробую чуть-чуть шоколадного. Очень все вкусно. Попробуй мое. А мне нравится. Вот в этом ресторане мы сидели сейчас. Снаружи вам показываем. Смотрите, вот такая вот есть вот Барселона. Здесь вот Барселона. И вот на этой Барселоне наверху можно сидеть, прям называется, на крыше. Вон Тиффани. Вот. А вот если вы не знаете Тиффани, Тиффани — это такие украшения красивые.
американская такая компания Tiffany. Если у вас нету с Tiffany ничего, значит вы еще недостаточно прожили в Америке. В общем, Walnut Creek нас, конечно, покорил. Здесь очень много людей ходят, живой такой городишко. Вот, обязательно посетите. Прям наберите Walnut Creek и приезжайте, посещайте. Ну, там, конечно, не без полиции. Вот. Очень много людей гуляют, отдыхают. Очень живой городочек. Понимаете, прям здесь все живо, живо, живо. Ну, это, конечно, даунтаун. Сейчас и к нам в даунтаун поедь. В Сакраменто тоже все живо будет. Вот сюда, наверное. Ну, мы сейчас возвращаемся до дому. Погуляли, отдохнули, возвращаемся до дому.